В Алтайском крае школьницы поиздевались над сверстницей и заставили ее пить из лужи. Да пусть болтает, вон, там больше грязи будет. Давай быстрей. Люди ходят. Ну, лицо. А чё? И чё, всё? А чё, всё? Концерт закончен, давай ещё. По некоторым данным, причиной стал юноша, которого, видимо, не поделили девочки-подростки. В итоге жертву поставили перед выбором либо терпеть побои, либо выпить грязную воду. Унизительное наказание у хулиганки снимали на камеру мобильного. Скорее всего, эту запись в ближайшее время изучат полицейские.